прелесть тофу в том, что тофу он, наверное, тофу оно. В общем, тофу принимает любой вкус. Его хорошо посыпали чесночком, обжарили, и получилось очень вкусно. Вкусно? Что за рыба? Без понятия. Сейчас скажу. Блин, скумбрия. Мне почему-то кажется, это какая-то скумбрия. Они порезали вместе с палочками. Я чуть зуб не сломал. Только что пришел в небольшую уличную кафешку, где готовят очень-очень вкусную лапшу с арахисовым маслом, довольно-таки необычное явление. Вообще в Азии очень такая характерная вещь, такие маленькие-маленькие скрытые точки, где можно поесть вкусно, недорого, и при этом у них всегда есть какая-то своя собственная аудитория. Я помню, когда в свое время, когда жил в Малайзии, я очень любил два места. В одном готовили колуми, в другом лаксу. Все это стоило буквально копейки, где-то 3 RMB, Malaysian Ringgit, или 6 Ringgit. В общем, не так дорого. И также здесь я нашел вот такое небольшое место с очень вкусной душой. Гуанчжоу. И, кстати, один из самых важных моментов. В таких местах почти невозможно отравиться, потому что у них есть своя репутация. Они дорожатся с теми людьми, которые постоянно ходят к ним. Поэтому в них обычные и продукты более качественные, и еда на уровне. В отличие от более таких коммерциализированных таких точек, которые становятся сетевыми. Естественно, иногда они вырастают, но зачастую вот такие маленькие магазинчики держатся семьями, и люди в них работают с поколения в поколение. Вот такой вот супчик принесли в комплекте к лапшой, и сейчас готовится лапша. Внутри лапши лежит мясо, тофу, водоросли и какая-то травка. Супчик довольно-таки вкусный. Да, в таких местах почти всегда очень и очень вкусно и недорого. А вот и принесли саму лапшу. Похожий вкус есть у лапши, которую я пробовал в Малайзии, которая называется колуми, но там также добавляли кусочек порка и использовали немножечко какой-то другой соус. Но, в принципе, и здесь очень-очень вкусно.